Здравствуйте, уважаемые мои коллеги и друзья! Я вновь хочу вас пригласить к себе на участок. Сегодня у нас 23 сентября, и самое время поговорить о том, как у нас вызревают лозы именно на молодых кустах, потому что они самые уязвимые в плане дальнейшей их зимовки. И начнем мы свой обзор с сорта «Валек». Этот сорт выведен украинским селекционером Николаем Вишневецким. Я решил его посадить, так как он очень любим в нашей семье. Но на сегодняшний день вы видите, что лоза как бы только-только начала вот вызревать, несмотря на то, что он уже вымахал у меня практически до самого верха. Он получал все необходимое питание, соответственно, проводились на нем зеленые операции. Вы видите, лоза абсолютно чистая, лист тоже чистый. То есть, казалось бы, проблем не должно быть, однако все-таки из-за нашей такой непредсказуемой погоды, всевозможных капризов этой погоды, у нас вот получается вот такое вызревание. Ну, будем надеяться, что все-таки время еще есть, и он еще догонит. Перед зимовку уйдет уже как бы более вызревшей лозой. Перед вами еще один малыш мой, посаженный в этом году. Правда, это уже у нас теплица. Это нашумевшая форма «Мальчик с пальчик». Ну, теплица есть теплица, и вы видите, что здесь вызревание лозы гораздо-гораздо лучше. Вот вы видите, что уже он практически до третьей проволоки, даже выше, наверное, вызрел. Я надеюсь, что зимовка тоже пройдет на нем успешно. Вот, посмотрите, что вот лоза здесь коричневая, деревесневшая. Соответственно, тоже проводились операции всевозможные. Ну, вот так вот он у меня и растет. «Мальчик с пальчик» селекции Виктора Калугина. Еще один малыш, посаженный в этом году, это селекции Виталия Загорулько «Гелиодор». Ну вот вы видите тоже тут вот буквально в самом начале. Ну, для первого года я считаю вполне нормально, так как нам нужно в принципе тут 3-4 почки вызревших, чтобы потом разогнать куст. Конечно, ничего удивительного нет, корневая еще недостаточно развита, и древесина также не особо наращена. Но вымахал он, вы видите, тоже практически до самого верха, и толщина лозы тоже довольно неплохая. Однако, вот вы видите, вызревание оставляет все-таки опять же желать лучшего. Но мы верим, что зимовка у него также пройдет вполне достойно. Сорт «Гелиодор». Перед вами еще один представитель селекции Виталия Загорулько, сорт «Ландыш». Он высажен у меня был осенью 2020 года, но, как видите, он довольно мощно стартанул, очень большой силы роста, и с лозой, я вижу, вообще проблем никаких нету. То есть она на сегодняшний день также вызрела на всю длину. Очень надеюсь, опять же, на сигнальные гроздочки в следующем году. Сорт «Ландыш». Еще один перед вами представитель, который высажен в этом году, это сорт «Хелена» Василия Капелюшного. В отличие от первых двух-трех моих малышей, на нем, как вы видите, лоза просто идеальнейшим образом вызревшая. Возможно, это связано именно с подноготной этого сорта, но на сегодняшний день она до самого верха практически вызревшая. Я надеюсь, что мы все-таки на нем уже в следующем году увидим сигналочку. Итак, сорт «Хелена». Тоже мускатик. Как вы знаете, я очень люблю мускатные сорта. Перед вами еще одна новинка этого года. Нашумевший сорт «Брависсимо» селекции Александра Васильевича Бурдака. Тут тоже, казалось бы, сила роста у него неимоверная, но однако вы видите, лоза только-только-только начинает вызревать. Я очень надеюсь, что все-таки к зиме мы будем иметь хоть 4-5 вызревших почек. И очень хочется мне, конечно, получить на нем сигналочку. Я очень на этот сорт надеюсь, так как кишмишные сорта очень любимы в моей семье. Итак, перед вами сорт
Кишмиш брависсимо. Перед вами сорт дынька, о котором я уже неоднократно упоминал, селекции Олега Михайловича Писанки. Как я уже и подчеркивал в отдельном видео, вы видите на сегодняшний день вызревание лозы у него просто отменное. Вот вы видите три побега, он высажен был у меня осенью 2020 года. Ну, какой-то побег лучше вызревший, какой-то хуже, но просто великолепно вы видите вызревание лозы идет на этом сорте. Достойный сорт. Итак, сорт дынька. Итак, друзья, мы бегло прошлись по моим новинкам, высаженным в этом году. Вы видите, что не все так гладко. Будем надеяться, что погода нам еще пошепчет немножко, и непосредственно к укрытию эти сорта вызреют на необходимую длину почек. Надеюсь, что видео вам полезным было, интересным. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Отвечу с удовольствием на все ваши интересующие вопросы. С вами был Вадим Точилин. До новых встреч.